Я любил тебя, ты ушла от меня, ты грязная мразь, я ненавижу тебя. Почтеннейшие леди и джентльмены, здравствуйте. Это был современный, ну, или околосовременный русский реп. А сейчас, по сути, о том же самом, но уже с позиции русской классической поэзии. Черт возьми. Как же все-таки эволюционировало русское общество? Лермонтов Михаил Юрьевич. Я не унижусь пред тобою. Ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душою. Знай, мы чужие с этих пор. Ты позабыла, я свободы для заблуждения не отдам. Итак, пожертвовал я годы твоей улыбке и глазам. Итак, я слишком долго видел в тебе надежду юных дней. И целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней. Как знать, быть может, те мгновенья, что протекли у ног твоих, я отнимал у вдохновенья. А чем ты заменила их? Быть может, мыслью небесной и силой духа убежден, я дал бы миру дар чудесный, а мне зато бессмертие он. Зачем так нежно обещала ты заменить его венец? Зачем? Ты не была сначала, какой устала наконец. Я горд, прости, люби другого, мечтая любовь найти в другом. Чего б то ни было земного, я не соделаюсь рабом. К чужим горам под небо юга я удалюсь, может быть. Но слишком знаем мы друг друга, чтобы друг друга позабыть. Отныне стану наслаждаться и в страсти стану клясться всем. Со всеми буду я смеяться, а плакать не хочу ни с кем. Начну обманывать безбожно, чтоб не любить, как я любил. Или женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил. Я был готов на смерть и муку, и целый мир на битву звать, чтобы твою молодую руку, безумец, лишний раз пожать. Не знав коварную измену, тебе я душу отдавал. Такой души ты знала ли цену? Ты знала! Я тебя не знал. Спасибо.